не должно же быть такого. Что происходит на дорогах? И сколько можно говорить об ужасающих итогах? Военных действий не ведем, а каждый день несем потери. Все кажется кошмарным сном, но мы в статистику не верим. Десятки, сотни по стране аварии уносят жизни. А мы как будто в стороне, плохих не допускаем мыслей. Винить привыкли лишь других. Трагедии с нами не случится. И на ошибках на чужих никак мы не хотим учиться.